один за всех, все за одного. Этот лозунг можно увидеть на всех предприятиях Корейской Народно-Демократической Республики. Это Пинецкая кокодоматальная фабрика имени Ким Чен Су. На фабрике много новаторов, которые досрочно выполнили годовой и полугодовой план. Здесь царит атмосфера коллективизма. Каждый думает, что не один я, а все рабочие цеха всей фабрики должны стать новаторами. Сегодня 4월 8일에 제일 먼저 용감 계획을 끝냈을 때 저는 정말 기뻤습니다. 공장이 상반년도 계획을 앞당겨 완수하는데 저의 작은 힘이나마 이바지했다고 생각하니 정말 궁지아버람을 느끼게 되었습니다. 저 혼자 계획을 수행하는 것은 결코 문제가 아니었습니다. 신입공인 각형경 덕무도 자기 맡은 인민경제 계획을 앞당겨 완수하여야 우리 작업반이 상반년도 인민경제 계획을 완수할 수 있었습니다. 신입공들을 기능공들 못지않게 키우는 사업이 정말 훌치는 않았습니다. 그러나 공장과 작업반의 명예 속에 저의 명예도 있다고 생각하니 힘든 줄을 몰랐습니다. 우리 공장의 자랑인 기락실 용웅의 투쟁 정신은 우리 모두를 이 은혜로 떠밀어줍니다. 용웅의 모습에 늘 자신을 비추어 볼 때 저는 용처럼 살기 위해 서로 돕고 이끌면서 작업반 모두가 안달하겠습니다. Киль Хваксил, героиня эпохи Чолима. Хваксил старалась больше выпускать шелковую нить. В то время она была бригадиром. Как бригадир, она решила сделать свою бригаду бригадой звания Чолима. В ее распоряжении были десятки предельщиц. В ходе борьбы за звание Чолима были трогательные случаи. Она старательно ухаживала за больными и без колебания отправлялась ночью в далекий путь, чтобы вернуть девушку, которая покинула фабрику. Впоследствии бригада стала одной семьей, члены которой любили друг друга и помогали друг другу, и все стали новаторами, выполнив пятилетний план за 2.5 года. Ее бригада стала первой на фабрике бригадой Чолима. После она добровольно взяла на себя отстающие бригады и сделала их дружными и сплоченными. В 23-летнем возрасте она была удостоена звания Героя Труда. Люди эпохи Чолима ставили интересы коллектива выше личных, жертвовали собой ради него товарищей и в этом видели смысл жизни. Одним словом, у них в голове было понятие «мы», а не было понятия «я». Утекло много воды, но неизменно продолжается дух эпохи Чолима. В июне 105 года Чичи 2016 Ким Чен Ын приезжал на Пхеньянскую кокономатальную фабрику имени Ким Чен Су. В тот день Ким Чен Ын с удовольствием сказал: «Ким Ир Сен и Ким Чен Ир поставили эту фабрику в авангард движения за великий подъем Чолима. При жизни они неоднократно посещали фабрику и вдохновляли ее трудовой коллектив. Действительно, у вас свой особый стиль работы. Руководящие работники и рабочие фабрики должны стать примером всей страны, так как их предшественники трудились в годы эпохи Чолима». Чтобы оправдать доверие Ким Чен Ына, Пхеньянская кокономатальная фабрика имени Ким Чен Су стала одним из ведущих заводов отрасли легкой промышленности, образцовым и примерным предприятием. Все корейцы стараются жить и бороться, как герои эпохи Чолима. Все думают о нас прежде чем о себе, делят радости и горе. Такая высокая коммунистическая мораль и прекрасные черты стали благородной этикой и будничной жизнью в Корее. Во всем корейском обществе царит атмосфера дружбы и взаимопомощи, и в нем люди создают красивую жизнь любовью и добрыми чувствами. Один и все. Это не просто количественные понятия.
Корее все объединены мыслями и чувствами, и каждый считает себя одним из членов этого единого целого, что называет «мы». Во имя нашего счастья и будущего не жалеть всего себя. В этом есть и смысл настоящей жизни и счастья корейцев. Один за всех, все за одного.